Интенсивно, актуально, честно. Вообще, я хочу сказать, что я приятно удивлен и даже шокирован таким большим количеством людей. Во-первых, много знакомых и при должностях, и журналисты, и просто любители. Впервые, на самом деле. У вас вся тусовка связана с спортивным маркетингом, бизнесом. Мы сейчас думаем не о Марспо 2019, а мы думаем о том, как те темы, те проблемы, которые были освещены в этой конференции, решать. Это интересная площадка, которая объединяет представителей бизнеса, общества, спорта и органов власти. Russia not just from local teams or players or advocates, also for the relevance for that for international brands and competitions has that. Команда просто супер красавчики, что делают такие мероприятия, потому что это дискуссионная площадка, где люди передают друг другу опыт. Нам очень понравилось участие в очередной выставке Марспо, потому что мы услышали на выступлении много новых идей. Очень важное и красивое выступление было футбольного клуба «Зенит». Я использую не ресурсы, недоступные окружающим, я использую ресурсы, доступные мне. У каждого из вас есть свои ресурсы. Растет понимание, возникает доверие, а доверие перерастает в контракты. Мы можем прям вот горячую тему развить прямо здесь и сейчас. It's a really well organized organization with, I was told, more than 1,000 people, which is really a lot. По предварительным оценкам, порядка 20-30 деловых контактов живых и которые должны перерасти в живое сотрудничество уже есть. Самое приятное то, что уровень не падает, а мы видим, как все приезжают все более и более именитые и опытные спикеры. For me this was a great opportunity to get closer to the Russian sports market and to the Russian community in sports. Такие конференции точно полезны и точно расширяют и нетворкинг, и дают большее понимание людям, пока до сих пор не углубившимся в суть нашего вида спорта нового. И ya llevamos un año aquí implantados y creo que ya era el momento pues venir a conocer a nuestros partners en Rusia y aprovechando este evento yo creo que era el momento oportuno para estar aquí. Я рад, что Марспо теперь пополнился новой дискуссионной площадкой для букмекеров, что не было раньше. Сегодня произошла самая большая широкая презентация нашего продукта. It's been great so far. I have met great colleagues from or people from Russia itself. I have talked to lots of business stakeholders. I have lots of international people. Я за 2 миллиона фунтов стану спонсором титулем английского клуба. А вы со мной меньше, чем за $1 миллион, даже разговаривать не хотите. А вы думаете о том, что я получу за эти деньги? Что я с этим потом буду делать? Этот форум – это лучшая спортивно-маркетинговая тусовка года. Я думаю, что мы точно совершенно не зря провели сегодняшний день. Прежде всего, да, сама премия по себе очень полезный инструмент. Данная премия позволяет узнать о проектах, реализуемых в рамках тех или иных видов спорта, да, соревнований, широкой аудитории, не только профессиональной. Ну и, соответственно, продвигать себя, да, в профессиональном сообществе – тоже отличный пиар-инструмент.